Всем добрый день! Обзор моей плантации. Я тут установила вот так вот лампы. Тут у меня еще вот такая с таким белым цветом лампа. Что у меня здесь происходит? Стоит моя крупнолистная гортензия, подкармливаю ее. Ну, вроде как, чувствует она себя хорошо под подсветочкой. Все, подальше от батареи. Что у меня с черенками моими, с моими почками? Значит, я сделала повлажней вот здесь вот. Тут начала опрыскивать каждый день. Вот у меня на стеночках влажность. И они подрасправились, стоят огурчиками. И сегодня я обнаружила вот на этой малышке. Не знаю, как сделать так, чтобы вы тоже увидели. Вот на этой малышке я обнаружила первые корешочки. Метод работает. Все хорошо. Здесь у меня стоят деревянные череночки. Ну, вроде пока. Сорта вообще не знаю. А вот этот был самый первый. Он уже месяц сидит. Но вот он расправился. Повлажнее стало. Видимо, им не хватало влаги. Повлажнее стало у него. Такая пяточка уже. Но будем смотреть, когда появятся корешки. Здесь у меня я достала свою фрайс, Little Fries. Вот такая вот. Только достала ее, поставила. Посмотрим, пережила зиму она или нет. Появился у меня вот такой гиацинтик. Сегодня буду пересаживать. Здесь у меня, значит, перцы уже. Вот. Так, что еще показать вам? Вот у меня почечки, вот эти палочки еще стоят, остаточки. Это у меня гортензия древовидная, стерилис. И вот здесь вот у меня маленькие конфетишки стоят. Вот они, конфетти. Укорененными череночками покупала. Вот пересадила их и вот стерилис также покупала. Вот. Ну и моя розочка растет. Почечка у нее просыпается вот здесь. Вот сейчас покажу. Просыпается вот здесь вот почка у нее. Вот смотрите, просыпается. И вот здесь уже вот еще листочек. Надо, наверное, обработать ее от чего-то. Не пойму, что это за белёсая вот здесь вот наверху. Как будто бы паутинка, нет, не паутинка. Ну, в общем, не знаю, обработаю от болезней и от всяких вредителей. Так что вот такая у меня сегодня радостная новость. Один у меня получился. Значит, метод действенный. Буду наблюдать за остальными. Думаю, что и у этих скоро все тоже появится. Так что вот такая у меня теперь плантация. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Давайте вместе выращивать красивущие гортензии.